сколько я сегодня потратила денег. А лучше количество. Напишите, короче, сколько всего, в принципе, духов за сегодня я купила. Закатай губу, раскатай обратно. Ребята, всем привет, с вами Ксюша. И сегодня я решила закупиться духами. Я вам всем этом обещала. Везде я об этом говорила. И начала я с ритуаль. Я сюда пришла вообще не за духами, а за Дольче Милком. Ведь появились новинки, а я об этом не знала. Поэтому закупаемся. Смотрите, новинка, что я первая заметила, это гель-смузи для душа. Мне, кстати, очень понравились. У меня есть таких уже два. И пинаколада. Они просто обалденные. Вот, а это с персиком и абрикосом. Как оно вкусно пахнет. Берем. А вообще, за духами пришла. Ну, ничего страшного, только новиночки возьму и пойду. А вот и корзина. Ребят, кстати, я только что была в ГЕС, купила там себе вот такое пальто. Смотрите, какой у него божественный цвет, вообще модный. И купила себе сережки. Потом покажу. Вообще, они суперские. В конце ролика сделаю вам обзор. Дальше я возьму соль шиммер для ванны. У меня есть такая одна штучка. Вот такая, кстати. Мне очень понравилась. Прям, знаете, шиммер-шиммер. Поэтому беру вот такую, с яблоком и киви. Кладем. Следующий из новинок — это гель для душа с кокосом. Я увидела его в ТикТоке и просто обалдела, потому что я обожаю кокосовое все, а у меня его нет. Он просто божественный. И, кстати, появился он только в большом формате. Мои ребята, подписчики, спасибо большое, что говорите мне о новиночках. В комментариях меня просто закидывают. Новый гель, новинки. Поэтому я беру вот такой вот гель для душа. Так, смотрите, еще новое мыло появилось. Это я только сейчас увидела. С тыквой и апельсином. Это я обязана взять, ведь скоро Хэллоуин. Нифига, как он пахнет вкусно. Что за божественный аромат, я не поняла. Тут, надеюсь, тоже есть новиночки. Ищем, рыщем новиночки. А, вот, смотрите, я взяла эту соль, а вот молочко такое я не взяла. Гель-смузи. Все, беру. Это все, что я возьму, думаю, мне хватит. Нет, я еще хотела у них взять антисептики божественные. У меня раньше был один, он закончился, а потом я что-то никак не доходила, у меня руки его взять. О, смотрите, новая полочка появилась, тут раньше не было. Всякие разные дезики тут. О, смотри, как Дольче Милк оформили, круто. Тестеры есть, чтобы понюхать. Когда я покупала, я не знала, что брать, и взяла все. Я, кстати, очень хотела купить себе вот такой дезик. Очень давно, еще с мая. Вот так вот, берем. Когда пришли за духами, но немного перепутали видео и решили все взять в этом. Идем дальше. Надеюсь, вы соскучились по закупочкам, поэтому закупаемся. Походим, посмотрим, тут что новенького есть. О, у меня, кстати, масочки уже заканчиваются. Нужно делать закупку. В принципе, это все. Но я еще хотела найти здесь шампунь от Дольче Милк. Может быть, они тоже поменялись, но я их, кстати, здесь вообще не увидела. Идем за антисептиком на кассу. А потом идем за духами. Все, погнали, ищем антисептик. Нет, подождите, я знаю, что еще хочу взять. Хочу еще взять свой любимый гель для душа. Он у меня остался на той квартире, а новый мне не купили, поэтому беру сама. Кто сразу догадался, ставит плюс в комментарии. Я видела, что даже кто-то снимал такое видео в ТикТок. Да, я слежу. И, кстати, оно вроде в реках было, не помню. Это гель с папайей. Я беру маленький и думаю, мне хватит, потому что взяла еще кокосовый. Не, давайте возьму два своих любимых теперь, больших. Беру, вот у меня теперь будут два больших. Это же маленький, тяжелый таскать. Мама начала возмущаться и сказала мне брать маленький. Ладно, так и быть, беру маленький. Короче, ребят, я еще нашла, чего у меня до сих пор нет. Нет вот этого геля смузи для тела. Как бы у меня есть такая соль. А молочка нет, поэтому беру. Это новинки, новые упаковочки. Я прям обожаю теперь вот эту коллекцию. Она одна из моих самых любимых. Вы же все знаете, что я собираю коллекцию помад от My Balm. У меня их уже, наверное, штук 5 или 6. Я нашла здесь ту, которой у меня до сих пор нет. Она с манго. Манговая панакота. Мы тут не думаем, просто кладем в корзину. И уходим. За духами. Dior. Это была не шутка. Ладно, шутка. Закатай губу, раскатай обратно. Мы забыли взять антисептик. Мама! Помнишь, еще давно вот эта коллекция от соды вышла? Мы до сих пор ее не купили. Ну, давай посмотрим, что тут есть. Вот такая палетка. Есть вот этот тинт, он, короче, очень популярный. Смотри, какой прям кисточка, видишь? Такой вот синт. Потом тональник еще есть тут вроде как. Вот это очень крутые карандаши для глаз, смотри. И тушь какая-то тут еще есть. А тени тут не нашла. Я, в принципе, сюда шла за тенями, но их тут нет. Тебе повезло, мам. Антисептик сейчас мы найдем. Не переживай. Мама, я нашла еще помаду от My Balm, которой у меня нет. Почему-то только те помады, которых у меня нет. Она с лимоном. Я подарила такой Арине, я помню. И она, кстати, очень довольна, ей понравилась. А еще, смотри, тут еще одна помада, которую у меня нет. У меня есть клубника обычной, а это с клубничным дженом. Дженом. Джемом, вот. Вот так. Подгадайте, где я? Я в золотом яблоке.
и я пришла к Шанель, потому что у меня закончилась моя любимая тоналка. Она вот так выглядит. Я просто страдаю сейчас без нее. Сейчас будем покупать еще одну. Смотрите, просто это божественный тон. Самый лучший, который вообще могло придумать человечество. Надеюсь, она есть в наличии. Потому что если нет, мы идем к Сефору. Потому что я покупала ее там. Господи, какой у нее запах. Такие странные запахи мне очень нравятся. А это что такое? Флюид для лица? Типа хайлайтера, да? Мама, ты так постоянно отходишь назад. Я боюсь, что ты в кого-то врежешься. Смотри, какой хайлайтер. Он прям так блестит. Я, кстати, хочу сделать косметический столик свой по брендам. Очень много кто из подписчиков говорит мне, сделай себе косметический столик по цветам. Я, кстати, давно об этом тоже думала. Нужно закупаться. Этот тон очень подходит мне, конечно, по цвету. Прям вообще не могу. Нужно просить, чтобы нам достали тональник. А то я сама не справлюсь. Хоть я и шарю, мама, потому что я как бы могу забрать этот, но нам не дадут его, к сожалению. А светленький, слишком светленький, интересно. Слишком светленький. Я буду как это, как блин. Угу. Ну, я думала. Да. Спасибо. Нет, спасибо. Ура, покупаем. О, нам дали, смотрите, тестер какой-то. Прикол. Кладем. Мама взяла большую сумку, а я маленькую. Вот так вот. Мне только нравится, что это вот средство. Смотри, там как будто цветочки прямо внутри. Лосьон восстанавливающий. О, мама, помнишь, мы с тобой в Дельта видели эти духи? Идем. Офигенно у них ароматы просто. А мы же как раз с духами сюда пришли. Погнали, сейчас будем все перенюхивать, будем выносить вердикт. Такого видоса еще ни разу не было. Я типа мастер, давайте. Запах, знаешь, такой ненавязчивый, сладенький. И с такой, знаешь, с ноткой бабули. Ну, извините. Смотрим теперь, которые здесь стояли. Мне эти больше нравятся. Давай следующее. Ой, смотри, какая у них прям упаковище, так сказать. Мне же в руку не помещается. О, это вообще божественно. Мне не понравились. Нет, вот они, смотрите. Я так чувствую, мы сегодня наберем немного духов, но Victoria's Secret мы ограбим по полной. Они нас испугаются. Давайте следующие духи. Вот эти понюхаем. Блин, эти тоже вкусные. Знаешь, у них такой... Вот эти дальние. У них, знаешь, мне очень нравятся такие ароматы, где есть нотка лекарства какого-то. Можно взять два аромата в разных форматах. Ну, либо два аромата от одного бренда, например. Ну, вот именно этого. Короче, вот эти я 100% беру. Смотрите, 5800, это стоит 75 миллилитров. То есть вот такие. Мне это слишком много. Я люблю маленькие духи. Вот 30 мне прям в самый раз. Они и стоят 3000 всего. Мне прям идеально. Так, но это Le Parfum. Он еще есть в наборах. Дешевле получается. Угу. Здесь еще бесплатно два средства парфюмирования. Классика — это самый первый, самый продаваемый, в принципе, аромат. Сейчас я пшикнула вот эти духи, мне они как-то не очень понравились. Ну такой запах у них, знаешь, точно такой же как будто. Может, я уже не чувствую просто. Сейчас понюхаем вот эти. Это роза. Я даже не на бумажку пшикнула. О, вот это вкусно. Мама не заценила такой аромат. Ну жаль, а было вкусно. И еще не живут, такие есть, смотри. Не очень тяжелый, как будто он не для моего возраста. Одеколон мужской. Мне нравится, как пахнут мужские одеколоны, поэтому он не пахнет мужским одеколоном. Не надо мне тут говорить. Какие понюхаем? Два вот такие вот в виде алмазика. Тут таких 4 разных вида есть. Сейчас будем нюхать. О, какие они вкусные. Мама, это просто взрыв башки. Это я, скорее всего, возьму. Сейчас мы еще другие вкусы понюхаем. Это тоже вкусно, знаешь? Оно такое все ванильное, вот эти именно запахи. Они прям по душе мне. Вот это, наверное, лучше. Да? И тут еще два есть. Но это я как бы беру 100%. Первый раз снимаю такое видео с духами. Поддержите лайком. У этих такой даже с карамелькой. Да вообще, я в шоке. 3, что ли, брать? Так, этим я уже сомневаюсь. Нужно нюхать или не нужно? Ладно, понюхаем. Вдруг побольше, на один купим. У них еще цвет такой красивый. У них упаковка прям блестит у всех. Но эти тоже вкусные. Но я не знаю, что брать. Это вот прям всем нравится. Ксюш, я возьму микрофон, чтобы мне видеть Ксюши на глаза. Я тебе разрешаю взять все ароматы, раз тебе понравились. Но мы сразу тогда уходим в Victoria's Secret, потому что я смотрю, здесь полка-то не маленькая, да? Тут еще можно все перенюхать, а еще с другой стороны есть духи. Очень понравился. Какой же он вкусный. Можешь его все-таки взять вместо одного. Ты что, всеми будешь пшикаться? Конечно, мам. Мне нужно, знаешь, сколько духов купить? Мне нужно купить столько духов, чтобы мне как бы прям полностью все полки были заставлены. А ты так мне хочешь купить штучки 2-3, типа достаточно.
А так не подойдет. Смотрите, мы взяли вот эти духи в маленьком формате. И нужно выбрать какие-нибудь из этих. Ну смотри, я не хочу только от этой фирмы брать духи. Поэтому я сейчас выберу какие-нибудь два из них. И еще какие-то возьмем из другой фирмы. Ну, чтобы они как бы отличались. Ну что, вот этот я точно беру, прям 100%. И думаю, этот или этот. Подождите, можно мне дать 5 минут? Мы отключим видео, чтобы я до конца поделилась. Я беру вот эти духи и беру вот эти духи. Тут есть 30 мл и 50. Вот это 50 я беру поменьше. Мне большие не нужны. Они будут стоить 3,371 рубль. А эти почему-то в одном формате. Ну ладно, давай эти возьмем. Я не против. Смотрите, мы тут увидели очень красивые духи. Ну, оформление у них очень красивое. Мы решили сразу это все понюхать. Так, начинаем с этих. Смотри, тут они мягенькие такие. И, кстати, очень маленькая упаковочка у них. Вот это не всего-то 2000. Нормально вообще. Интересный запах у них. О, вот этот вообще. Прям супер, медовый какой-то. Ну, короче, вообще прям обалденный. Вот этот, я думала, мне больше понравится, потому что такой светленький и красивый, как я привыкла, а мне вот этот больше зашел. Беру его. 30 миллилитров. А, он и дороже. А ромашка-то у него не такая будет, наверное. Нам тут не видно, какие ромашки. Мы решили взять большой, потому что ромашка там точно такая не будет. Цена у них практически не отличается, поэтому беру этот. И нюхаем следующий. Смотри, вот это давай. Там тут прям все налеплено, всякие штуки разные. Кстати, очень яркие духи прям вообще. И ты сюда же смотри, и туфли пахнут. На первый взгляд не очень. Потом он, понюхай подольше, он раскрывается. Так прям очень такой, знаешь, потом запах. Обалденный. Да? Берем. Реально? Настя сегодня вообще фартит, так сказать. Кладем в корзину. Маленький, разумеется, я беру все маленькие. Я большие не очень люблю. Ребят, ставьте лайк, если хотите посмотреть, как я буду убираться в своих духах. Давайте теперь вот эти понюхаем. Вау, какая у них упаковка. Что-то как-то так. Давайте еще вот эти понюхаем. Обалденная упаковка. Берем? Перечные, очень интересно. Обожаю. Последние. Они последние, ребята. Прям повезло, повезло. И еще одни там есть. И у меня как раз последняя штучка осталась на эту фирму. Эти такие голубенькие духи, и тут ромашечки сверху. Новая неделя, новая я, новые духи. Прикольно. Знаешь, такой запах, он такой вообще ненавязчивый. Прям вообще. Они только большие остались. Поэтому как бы берем, да. И стоят они недорого. У меня еще при этом скидочная карта есть. Идем за второй корзиной. Это просто жесть. У меня столько духов теперь. У меня дома сейчас, наверное, блин, не знаю, целый шкаф. И сейчас еще плюсом. Папа будет в шоке. Хорошо, что корзины под рукой. Прям респект вам. Послушали мои советы с прошлого ролика. Мы, короче, решили еще одни понюхать. Ну, хороший. Упаковка с сердечками. Как бы вкусный, но я уж такой нюхала. Смотри, вот этот какой-то очень прикольный. Красненький. О, что ж такое? Сейчас тошнит. Такой прям, ну, резкий. Прям вот сюда. Так сделал. Кстати, хорошая идея на 1 000 000 подписчиков разыграть духи. Неплохо. Наберу каких-нибудь 10 разных и разыграю. Смотри, еще какая упаковка есть прикольная. Змеиная какая-то. Хороший. Ну, как будто тоже я уже нюхала где-то. Куда идем? Мы с пенечком. Уходим? Нет, мы не уходим. Я вообще-то сюда вообще шла за 5 000 000 духа. Ты ничего не говоришь. Потому что я заметила духи. Эти мне не понравились. Мне понравился вот этот запах, но мама сказала, что они слишком яркие. Мне они пахнут мармеладками, не знаю. Понюхай вот эти вот цветные. Мне очень интересно, чем они. Давай возьмем полосочки и будем нюхать. Ничего себе. Очень интересный. Вот эти офигенные. Парфюмированная трава какая-то. Какие берем? Не знаю. Вот эти надо брать. Уж не берем. А, не берем. Даже не то, что они дорого стоят, просто мне как-то запах, знаешь, так. Реально? Очень тяжелый. Не знаю, не знаю. Пойдемте дальше. Нюхай мои любимые Moschino. У меня от Moschino есть вот такие вот духи, мне Аришка дарила. Очень прикольный запах у них, мне нравится. Также у меня еще есть вот такие. Вот эти прям обожаю, мои любимые. Ассоциируются у меня со 2 июня, потому что я их купила 2 июня. Еще день рождения у меня у бабушки тоже 2 июня. Ой, господи, обожаю. Может, черного мишки? Черный – это мужской. Я хочу купить себе белого, а черного я хочу подарить Максиму, чтобы у нас были одинаковые. Нюхаем белого медведя. Такой, знаешь, сладкий. Вообще, я не буду брать 30 миллилитров, я возьму 50, потому что у меня 50. На самом деле, я тоже люблю мужские запахи, поэтому, возможно, я его возьму не Максу, а себе. Мне кажется, ему пойдет такой запах. Очень похож на папин, но этот какой-то особенный какой-то. Будет приезжать домой и пшикаться. Я возьму такой тоже 50 миллилитров, потому что тут 30 я вообще не вижу, а 100 слишком большой и некрасивый. Он выглядит некрасиво. Беру вот этим, кладем в корзину. И я еще одни от Moschino хотела понюхать. Вот эти я вообще не видела ни разу. Прикольный, вкусный, но какой-то мы такой уже брали. А, лимончик. О, смотри, какой еще есть. Вот класс, да? Обязательно пшикаем.
100% берем. Берем вот эти поменьше, которые 30 миллилитров есть. Вот это 50. Мне 50 не надо. Мне слишком много, куда мне столько? Корзину. Сейчас уже скоро за вторую корзину нужно идти. И вот такие еще есть из этой же коллекции. Я обожаю такие запахи. Это я беру 50 миллилитров. Это просто, это теперь мои любимые духи. Вот реально, я такие просто обожаю, мам. Это прям духи на каждый день. Я просто улыбаюсь. Все в школе просто вздохнутся. У меня уже, кстати, столько духов. На меня уже, наверное, смотрят как на эту. А я все собираю в коллекции. Я еще эти не нюхала, подожди. Мам, нужно забрать пакет. Там шуба моя. Ну, освежающие, как обычно. Мне такие не очень нравятся. Я уже взяла такие, мне кажется. А я буду нюхать Versace. Понюхаем вот такие. Это мужской, блин. Советую. Папа вот такие. Мы с Максом сольдарили. Вот Джен. Блин, тоже цитрусовые. Маме вообще не понравилось как-то. Меня мама сама привела к стенду Dolce & Gabbana. Она сейчас в шоке. У меня вот такие. Нет, не такие. Хотя... Нет, не такие. Ну, кстати, очень вкусные, что за духи. Они это... Не пшикаются даже. Понюхай, какие вкусные. Мама сейчас такое лицо скривила. Специально, чтобы не брать духи. А это с чем? Какие-то зелененькие. Нет. О-о-о-о. Чё заулыбалась, а? Берём? Лекарство какое-то. Ой. Ой, лекарство. Сразу лекарство. Посмотри, сколько они стоят. Знаешь, лекарство. Мимоза. Пахнет баней в аквапарке. Подожди. Взяли красненькие. Знаешь, что я тебе скажу? Если ребята наставят под этим видео 20 тысяч лайков, тогда будет у тебя еще Dolce & Gabbana следующее. Неплохо. Очень даже такими сладенькими, знаешь, с зефирками какими-то. Ребята, набирайте 20 тысяч лайков, и мы делаем вторую часть закупки духами. Придется еще один тогда стеллаж покупать. Блин, такие они все вкусные. Я прям не понимаю, почему. Ну, как-то вот этот красненький повкуснее. Как-то у него такое звучание было, прям, не знаю. Так, дальше фиолетовый нюхаем. Вот это вообще краш. Мне очень понравились фиолетовые. И красные, кстати, очень понравились. Сейчас еще нюхаем розовенькую. Нет, мы берем розовую. Это просто, мам. Берем розовую и фиолетовую. Маленькие. Хотя маленьких не осталось розовых. Или, а, нет, есть. Хотя она, знаешь, она не маленькая. 30 и 50. Ну ладно, сойдет. Мама говорит все, а я сопротивляюсь. Смотри, какие тут еще есть духи. Как будто таблеточками. Это, кстати, очень прикольные с туфельками. Я знаю, что это любимые духи Аллы Пугачевой. Интересные. Вот как бы он похож на те остальные. У него какая-то частичка такая есть, которой как бы там не было. О, вот золотые нужно понюхать. Они же закончились уже. Не, я выпшикаю. Нужно сказать, что они закончились, что поставили новые. Так вкусно пахнет, блин. Ребят, надеюсь, вы не устали меня смотреть. Кстати, смотри, так эти духи не так уж дорого стоят маленькие. 2300 всего. Тут все желтые ценники написаны минус 50%. Старая цена и новая написана. Поэтому как бы подумай. Во второй части, возможно, такого не будет. Не, вот золотые самые вкусные. Там они закончились, но я почувствовала чисто так. Прям обалденно пахнет. Туфельки я не хочу нюхать, это уже не в моде. Вот давай слиток золота. А, это мужские, но, кстати, пахнут, знаешь, прям как будто даже и вкусно. Смотри, какие духи тут есть. Мам, я тебе обещаю, это последние духи в этом магазине. Мы это берем. Оно так пахнет. Отрыв башки. Я буду брать 30 миллилитров. Или брать не 30, или 50, потому что это божественно. Ну ладно, берем маленькие, так и быть. У них очень интересная упаковка в виде консервной банки. Мы, короче, наконец-то добрались до Victoria's Secret. 100 лет здесь не было. Мне кажется, в Пинке появились новинки. Wild Rose. Вкусненько. Берем. Я подумаю. Просто мама уже, понимаете, в шоке. У нас столько покупок, у мамы отвариваются руки. Мы еще столько денег потратили на золотое яблоко, что просто жесть. Вот это вообще божественно. Мы это берем сразу, ребята, просто не задумываясь. Супер. Кладем в корзину. Распаковка будет в следующем видео. Прям пахнет, знаете, так свежестью, с кокосиком, что-то сладким. Теперь жасминовая лилия. Очень вкусно пахнет. Прям не знаю, брать, не брать. Давайте возьмем. Если чем, мы там будем просто убрать, потому что Victoria's Secret мы достаточно много возьмем. Вот в Пинке я сильно не хочу брать, поэтому так, по чуть-чуть. Вот жасминовая лилия нашла. Очень прикольная у нее упаковочка, респект. Сладкая орхидея какая-то и яблоко еще тут есть. А, кокос и яблоко, что-то вкусное. Этот запах точно понравится моей однокласснице. Ну, вообще прикольный, кстати, знаешь, кокос с чем-то смешанный вообще. Он так раскрывается. Вкусно прям. Блин, почему нет таких миниатюрок? И еще есть вот такое. Золотой мед. Я обожаю все с медом, а мама не любит. Я это беру. Оно у меня, ура! Очень вкусно. Так, он идет в подарок, потому что в Пинке Victoria's Secret у нас 2 плюс 1. Смотрим дальше миниатюрки. Хочу очень понюхать вот такую и вот такую.
они на другой стороне. Обычно миниатюрки у меня стоят дома, но либо в комнате я их могу взять, это очень удобно. У меня, кстати, есть вот такой запах, и у Лизы, кстати, такой же есть. Начинаем нюхать, беру, я сразу нюхаю вот эту. Такой, знаете, запах свежести, тут что-то с грушей и веселый вайб какой-то. Но что-то как. А вот хочу я взять вот этот аромат, Warm & Cozy, у меня такой был миниатюрок, я подарила его бабушке. Но он потому что очень крутой. Он есть в миниатюрках, он прям вообще очень классный. Сейчас найдем его. Смотри, еще есть новое мини-молочко. Класс вообще. Ребята, жду 20 тысяч лайков. А миниатюрок тут нет, кстати, этого аромата. Очень жаль. А я-то губу раскатала уже. Оно есть вот такое. Сейчас понюхаем. Мне не нравится. Не зашло, да. Тут в Пинке есть вот такие помадки. Вот это мы точно будем брать. Пиноколады. Warm & Cozy нашлось. Ребята, смотрите, я его нашла. Берем. 100% берем. И эту пиноколаду помадку тоже берем. Смотрите, что я тут уже набрала. Это вот такой аромат, жасминовая лилия. Golden Honey. Ханы, не знаю, как она считается, извиняйте. Магнолия и пион какой-то. Вот так вот. Запахи просто божественные. Еще вот такой аромат Warm & Cozy. Я взяла миниатюрку, вообще выглядят они вот так. Я решила взять миниатюрку, потому что такую же миниатюрку я подарила бабушке. И последнее, что я взяла в Пинке, это вот такая вот помадка, блеск, масло для губ с пиноколадой. Так, все, дальше мы идем в Victoria's Secret. Получается, у меня тут идет акция 2 плюс 1, вон она, за уход за телом. Вот так вот. Поэтому покупаем. То я уже Victoria's Secret, мне понравился очень прям этот аромат, смотрите. И опять с лимоном, он вообще обалденный. Такой золотой еще. Берем. Это в корзину я положила, давайте смотрим дальше. Помню, когда мы еще с Лизкой были в Питере, мы нюхали, короче, вот этот запах, нам он так понравился. Мы что-то его не взяли. И вот когда я его захотела взять, его нет в тестере. Я вообще не знаю, что делать. А я как бы не помню, как он пахнет. Но я знаю, что он просто обалденный, потому что мы его нюхали с Лизкой. Кладем в корзину. Я не знаю, ребят, как сказать. Это, в общем, самое крутое видео. У меня тут такие виды в телевизоре. Что-то с ягодами. Какой-то такой странный. Я, наверное, его не буду брать. Мне не очень понравился. Дальше нюхаем. Вот это какой-то осенний аромат. Вот это я, наверное, возьму. Да, я это беру 100%. Смотрите, какой классный осенний аромат. Вы знаете, вайб такой, кофе. Фотография кофе на фоне листьев. Короче, вообще класс. Кладем в корзину. Скажите, я уже весь стандик обошла. Мне нужно идти туда. А еще мне очень просто понравилась вот эта сумка. Скоро буду покупать себе iPad. Надеюсь, что он скоро мне придет вместе с телефоном. Я себе хочу какую-нибудь сумочку взять. Смотрите, какая она крутая. Она, короче, тут Victoria's Secret написано. И она с розочками. Они прям такие крутецкие. Мне очень понравились. Прямо вместо рюкзака можно ходить с ними. Еще есть вот такая большая, смотри. Минус 30%. Мне кажется, она прям совсем будет сочетаться, видишь? Прям крутая сумка. Мне очень понравилась. Сейчас посмотрим, сколько она стоит. 7399. Это мы берем вот эту сумку и упакуем туда все мои духи. Мама такая. О, я еще вот это не нюхала. Это была экзотическая лилия. Мне не понравилось. И нюхаем вот жасминовое алюро какое-то. Не знаю, что. О, вот это очень вкусно. Жасминовое алюро, я сказала. Потому что я не знаю, что такое алюро на английском. Но запах у него прям очень крутой, мне понравился. Знаешь что, нужно успевать сюда, потому что обычно тут огромная очередь. Так, смотри, сразу нюхаем какие-нибудь ароматы. Вот этого у меня нет. Нюхаем. Очень вкусно пахнет. А знаешь, что я сразу возьму? Прям не нюхая. Я очень хотела это взять. Это, короче, кокосовый мист с блестками. И вот этот я еще очень хотела понюхать. Я уже не знаю, где тебе можно найти бумажечки. Прикольный запах. Класс. Надо взять. Сейчас, можно я подумаю? Я хочу сейчас себе понюхать и сказать вам уже конечно мой вердикт. Смотри, что я взяла. У меня нет вот этого запаха, очень прикольный. Мне прям он очень понравился. Там дальше вот такой аквакис. У меня такой был в миниатюрке, я его бабушке сегодня отдала. И вот такой с шиммером Бан Ваниль. У меня такой есть без шиммера, он просто офигенный. А это для эстетики взяла. Еще мне нужно молочко с ванилью. Я тоже его там нашла, но у меня уже просто в руках не помещается. Теперь я нюхаю второй стенд. Пока. Нюхаю этот стенд дальше. Смотрите, я уже взяла вот этот аромат. Вот этот. Этот? Я еще, знаешь, что возьму? Вот это кокосовое молочко. И еще там ванильное я сейчас возьму быстренько. Ребят, я же говорила, что я просто ограблю Victoria's Secret. Посмотрите на мою корзину. Это просто. Можно в Пинтересте меня снимать. Я очень долго ждала этого момента. И вот дождалась, видите? Я еще взяла вот такой гель для душа с кокосом. У меня есть уже таких 3, но они просто божественные. Они так пейнс, они так вкусно пахнут. И взяла вот такое молочко с ванилью. Сейчас я поменяю упаковку, потому что она грязная. А это я беру. Но это еще не все. Там еще стенд есть. С очень яркими мистами. Сейчас пойдем туда. А вот и он. Так, кладем в корзину. Я не знаю, что делать. Я, наверное, сейчас пойду, понюхаю, возьму и приду опять к вам. Там, знаешь, какие яркие упаковки, прям кинеоновые. Мама хочет, не надо. А я
Я хочу надо, поэтому идем надо. 20 тысяч лайков. Смотри, сколько тут всего. Вот это вообще божественные штучки. Вот это я очень хотела скупить все. Подожди, я ж принюхиваюсь. Вообще вкусно. У меня вот такое есть из этой же коллекции. Вот такой вот гель-крем для душа. Очень прикольный аромат. Прям самый душистый такой. Дальше очень хотела понюхать вот это. А, так у меня такое есть. Такой запах у него, знаешь, мужской. Ну, такой достаточно. Но я, мне кажется, наподобие взяла сегодня в золотом яблоке, поэтому не буду брать еще раз. Кокосовое молочко у меня есть дома. Вкусняшка, вообще обожаю. Один из моих любимых, кстати. С этого стендика я взяла вот такой мист лаванда с ванилью. Мне очень понравился. Такой, знаете, прям, как написано, релакс, расслабляющий запах. Но там есть еще один стенд. I'm sorry. Пока. Я взяла еще два вот таких запаха. У меня, короче, для этой коллекции остался один аромат. И у меня будет вся вот эта коллекция яркая. У меня есть такой зелененький, теперь будет еще оранжевенький и розовенький. Вообще, обалденно у них запахи. Респект прям. Кладем в корзину и давайте все пересчитаем. Если что, мы что-то уберем. О, господи, это будет долго. Три. Вот реально ограбление как будто. Три. Раз. У меня тут одно лишнее. Теперь нужно думать, что мне убрать. А может мне помадку это убрать? Помаду уберу, все отлично. Кладем обратно все. Ребята, как вам моя закупочка? Я считаю, респект просто. А вот теперь вам задание. Напишите, сколько я сегодня потратила денег. А лучше количество. Напишите, короче, сколько всего, в принципе, духов за сегодня я купила. Мне кажется, я просто скупила мини-магазинчик, так сказать. Конечно, такой тяжеленный пакет, что я не знаю вам, как мы сегодня потащимся. Вызывай папу. Ой, ребята, мы кое-как с этими пакетами доехали до дома. Просто посмотрите, у меня целый диван в пакетах. Все, короче, соединили в одну кучу, и вот так вот у нас получилось. Короче, не так уж и мало, и не так уж и много. Короче, 50 на 50. Вообще, ребята, это просто трэш-шоппинг, трэш-покупочки, потому что тут просто все в духах. Я никогда такого подобного формата видео не снимала, поэтому распаковку в этом видео снимать не буду. А то видео будет уж слишком длинное. Кому понравилось это видео, да? Да, вот так сделала. Ставим лайки, подписываемся на канал и все, повернись к маме. Или? Пока-пока. А видео распаковка с магазина Victoria's Secret, Guess, Gold Apple, Zara и 12 Stories и Литуаль будет в следующем видео. Пока.